представьте себе, что я вот в этом соотношении вместо А минус 4 напишу единицу, вместо А в 4 тоже напишу единицу, а сюда вместо вот этой вот штуки напишу букву X. Изменю соотношение. Оказывается, полученное распутывающее соотношение тоже соответствует варианту узла. Более того, этот инвариант абсолютно знаменитый. Это так называемый многочлен Александера. То есть, повторяю, многочлен Александера от вот этого минус многочлен Александера от такого. Это есть x умножить на многочлен Александера. Запишем такое распутывающее соотношение. Многочлен Александера в смысле распутывающих соотношений отличается просто вот тем, что здесь 1, 1, а здесь вместо этого 0.